привез из тура. Это наш потомок. Андрей сделал сегодня новую прическу, уложился. И просил его снимать почаще. Андрей. Да. Здравствуйте, ёлки-палки. Некрасивый я, не хочу я твою киноленту. Андрей, какие у тебя ожидания от завтрашнего концерта? Наконец-то плацкарты. Я так мечтал, я так соскучился. Просто обожаю эту хуйню. Давай убирать это очень опасно. Ну не опасно. Да, нормально? Да, хорошо. Не грузит? Нет, теперь нет. Да, обычно грузит. А посмейтесь еще раз. Что у него? Он говорит, что-то пошло не так. Ебать, Женя! Слушай, мне кажется, ты скинул пятак вообще легко. Пятак лет. На своем месте. Нам хочется пожелать, чтобы каждый из нас нашел свое место. И тогда нам всем будет лучше. Это такой счастливый гипноз какой-то. Манг. Ну и текст, у последовавшей песни соответствующий. Расправь свои крылья и пускай ты другой. Это я знаю текст. Чтобы быть в этом мире правым. Ее помогал петь весь зал. Еще хочется выделить прекрасную, проникновенную мел. Как это не склонили вообще? Мелу. Мел, да. Даже в такой лиричности Таймс-сквер уместили толику кусачей грусти и немного хрипотцы в вокале. Толику уместили. Толика уместили. Я же послушал соло, которое я сыграл, там такое говно. И эго. И эго. В ней вообще сложно поверить, что вокал в начале песни, припеве и на речитативе принадлежит одному и тому же человеку. Группа вышла в новых образах. Их лица закрывали светящиеся в темноте маски. Центральное место звучания заняли клавишные, чем-то лично мне напомнив 21 Pilots. Драйвово было? Да. Душевно? Безусловно. Нет. Безусловно. Интересно? Очень. Годно? Абсолютно. Подожди, не думаю. Зачет. Спасибо.
подлец, а? Что делает? Женя, а куда мы идем? Мы идем ловить раков. Раков. Сейчас все мальчики снимут трусики, все писечки окунут в водичку и будут раков ловить. Думаешь, так раков ловят? Приехали делать фотосессию с местным фотографом. Вот смотрим, виды красивые. И нас немножко заинтересовало нечто торчащее из воды. Нам показалось, что это рука. Вот иду проверять, рука это или не рука. Нет, на этот раз обошлось. Это не рука. Фига, плю ты мне за яйца. А, это же видео, ё. Это он, знаешь, это он запоздало среагировал на последнюю песню в нашем сете вчерашнем. Решил космос молчит здесь устроить. Все, давайте, кто домой едем? Но сильно не торопимся, потому что таксист еще в пробке. Жень, сильно не торопимся. Разворачивай пеленку сзади. Мне кажется, я в туре был. В туре подворачивай пеленку сзади. Рок-н-ролл! Так, что здесь происходит? Короче, ситуация. Я хотел сделать ингаляцию. То есть вот эта ситуация, да? Нет, вообще ситуация, конечно, не в этом. Ситуация в том, что мы находимся в Нижнем Новгороде, и типа мы должны были уехать в Самару, но водитель нас прокинул, и мы до сих пор в Нижнем Новгороде. Водитель нас прокинул, а мы его прокляли. Но мне кажется, ему похуй. Вот. А сейчас я хотел сделать ингаляцию, и у меня наебнулся блок. Да, и сейчас мы попробуем другую дорогу. Мы попробуем. Потому что надо сделать инкаляцию. Загорится гитара. Неподключенная. Нихуя не работает просто. Ну, это меньше. Это меньше из зол, которое могло произойти. У него сегодня, в отличие от нас, все хорошо. А это у нас. А у нас? Я искренне сочувствую.
И? Так, поэтому у меня на душе тоже все плохо. Хорошо, нам стало легче, нет? Да. Нижний Новгород. Красиво. Но в 2 часа ночи, вместо того, чтобы ехать в автобусе, для которого я лично себе купила спальничек, чтобы лечь в проходе и в нем лежать, мы поедем на 3 такси, и все. Я хочу обнять и поцеловать. Такси, такси, изи, изи. А, я вообще не знаю эту песню. Танцуй, танцуй просто, Дим. Нормально, бегемот. Все, поехали. Дим, бегемот. Ты счастлив? Если сейчас сдуется, то... Очень! Отряд, стройся! Сладик, да. Кот пустил домой. Случайно. Эта музыка вдохновляет сегодня до конца. Блять, сука, она размазалась. Кирюх, что делаешь? Блять, глажу трек-лист. Почему ты спросишь? А кстати, потому что с такой хуйней нельзя выходить. Работа, работа, давай. Потому что как будто, ну вы понимаете, да? Пиздец. Не, нормально. Ну, в смысле, ну, это не самое плохое. А ты их постирал, что ли? Не, нет, не гладь с этой стороны, другой гладь сразу. Типа, это методология разглаживания трек-листа. Иначе эти полоски останутся, стрелки. Стрелки? Группа стрелки. Группа стрелки останется навсегда. У меня другая крамольная картина, трешовая. Выходит Кирилл на сцену, выходит, тишина, артхаус полный. Он снимает штаны и пердит, короче. Пердит, тишина. Люди стоят, и те два мужика, которые там это, вот это вот все. И такие. Пердит, как Честер! Братюня! Блядь, сука, ну откуда они это берут? Им это так надо, нахуй им это надо вообще? Вот нахер им сравнивать? Зачем это надо? Это вот реально из страны Каверляндии пришло. То есть тебе надо, чтобы ты на кого-то был похож. Русскому человеку надо, блядь, чтобы ты был как на Западе. Мы не можем уехать. У меня нету... Саратов. Поближе сделаем. Ой, Самара. Да. У меня нету приличных слов, потому что... Блядь, сука. Все, что я могу сказать, просто что... Мы, блядь, потратили 50 тысяч рублей, чтобы приехать в прекрасную Самару. Потом мы приехали на вокзал, поехать домой. Нет, в Саратов поехать. Куда мы едем? Саратов. Саратов? Саратов. А, блядь, билеты на вчера. Что, блядь, мы делаем не так? Почему мы занимаемся этой херней? Дим, доброе утро. Дима, да, спердим.
Мы заселились, значит, в наши апартаменты. Посмотрите, как прекрасно сделан здесь евроремонт, какие здесь прекрасные дизайнерские решения. И наши слуги сидят за столами. Ждут наших приказаний. Еврослуги. Давай, Кирилл, ты сможешь. Кто проживает на дне океана? Почему? Кто проживает на дне океана? Спанч Боб! Спанч Боб! Кто проживает на дне океана? Спанч Боб! 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 Кто? Кто здесь? Кто ты такой? Кто будет ждать всегда и везде? Спанч Боб Сквепенс! Кто так же ловок, как рыба в воде? Спанч Боб Сквепенс! 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 7 минут до концерта, у меня провалась струна. Но лучше так, чем на самом концерте. Вот, собственно, все. Если бы порвали штаны, были бы. Было бы лучше. Было бы лучше. А чё, моголая баня? Если Диму снимать со спины, кажется, что он играет совсем не на гитаре. Чуть-чуть можно. Держи ты. Сейчас будет сюрприз. Я заснял здесь. Главное, перед концертом ранний саундтрек. Теперь внимание. Музыка. Пацаны, вы готовы? Я готов. Сейчас у нас будет офигенная интруха на фоне. Люди должны познать все. Люди должны знать правду. Попробую. Наша любимая песня должна услышать, наконец. Интересно, какой процент людей, которые... Внимание, припев! Привет, да. И тебе билет, но я отказал от ответа. Зал поет? Да, да, зал поет. Что ты сказал, дурачок? Мама говорит, что я очень умный. День дурачок. Я
очень умный. Билет. Что я мог сказать в ответ? Есть билет на скелет. На Таймсквер билета есть. Возвращаясь к первому аккорду, Енисей, что пришел с полей, братский сам. Как не строит этот фортепиано? Мой голос ангельский, скорее пей, Енисей. По-моему, все получается хорошо. Не знаю, я не смотрел. Это вот узнаем, что у тебя там. Все узнают. Можем вот так тоже. Супер был. Кайф. Когда ты лох и тренируешься тому, как будешь играть сегодня на концерте. Ну как, Андрей? Да. Сейчас я покажу, как надо играть сам себе. А что нажимать-то? У тебя какое-то ружье, покруче будет. А я что-то взял. Ой, стой, стой. Знаешь, как я одной рукой играю, а другой снимаю? Да. Да? Растяжка какая, пальцев у меня. А, блин, это мое должно было быть ружье. Бери. На. Фига, смотри, он горит, это я его жгу. О, я еще умею вверх снимать. Ой, на. Дай мне штаны свои последние, Антон. Рыба, а что рыба делает? Босс. А-а-а! Не знаю, что делает. Беги! А, это я была, да, это да, я да. Беги должна была. А, меня все, покнули, что ли? А, нет, вот я. Слушай, а бомбу тоже можно взрывать, оказывается. То есть можно просто тут стоять вверх, что ли? Да, можно бомбу взрывать. Оказывается, куда же я побежал? Ну, бери письмо вот это. О, любовное? Да. От меня. Все, я выключаю. Это делаешь? Ешь сыр, да? Когда дома никого нет. Кроме кота. Пачки сыра. Кроме маленького сырка. Видео, не подскажете,
толпа здесь, в ресторане. Как пройти в библиотеку? Как пройти в УФУ? Пешком точно не получится. Рум-тур по уфимской квартире, уфимскому дому. Хозяина. А там что еще мы будем есть с утра? Все вместе. Яйца какие? Ну, мне понятно, что я и сегодня поеду. А вы что, яйца не взяли? Яйца я всегда с собой. Погоди, где мы? Вот. А, вот. Яйца. Вот такие. Одна пара. А что за машина? А машина, сейчас посмотрю. Все, рум-тур окончен. Котенок. Подарок нашему адскому гитаристу. Я не знаю, что мы купим. Подарок. Не знаю, что мы купим. Может, Ролтон? Но у нас есть деньги. У нас гитары мало. Мы купим ему. Идем. Давайте вломимся вероломно в туалет. Где Дима? А кепка. Дима, да. Ты что, в туалете? Выходи. А ты какаешь? Я не знаю, зачем я это спрашиваю. Делаю все подряд. Все, что поможет мне. Тут Егора кепка над дверью. Может быть, ты ее заберешь? Да-да-да-да! Да-да! День рождения! О, спасибо! Давайте обниматься, что ли? Давайте обниматься. Давайте! Сколько там? У нас минута до концерта, да? Не потратить. Ну все, все, пойдем. Все, пойдем. Спасибо. Тур. Тебе на площадку. Да, я пошел. Тур в ту сторону. Все заняты чем обычно. Дима играет, я жру. А я работаю. Наконец-то. Самолеты, да самолеты. Вон, смотри, как он несет. Вижу народ. Знаешь такое? Плацкарт называется. Рекомендую. Ну, если ты можешь себе позволить. Операция по спасению телефона Андрея из цепких лап данного вагона. Кажется, достал. Аккуратно. У меня длинные пальцы. Очень аккуратно достаем. Не царапаем экран. И вуаля. Не валя, он весь говно. Нет, с ним все в порядке. Андрей Андреевич нам подсказал снять гонку. Ну это, дайте что-нибудь такое. Это вот не природного происхождения. Это терриконы называется. Выпускай клоунов Кабалевского. О, а там вход какой-то, что это? Там где, там эти живут тролли. При каких условиях ты в этой футболке можешь увидеть вот такой вот треугольник моего тела? Просто посмотри буквально, чтобы он на фотке был виден. Ты вот на этой футболке как надо? Вот что должно случиться, чтобы у тебя тело было видно? Ничто, потому что это невозможно. Да нет, это возможно. А что это, блядь, невозможно? Посмотри на ту, блядь. Вот так вот, если я вот так. Ребят, вы видите? Вот так ты видишь? Видите? Вот так ты видишь? Светло. У него там что-нибудь белое есть? Там на фотке чистый белый цвет в этом рукаве. А, блядь, как насчет вспышки, блядь?
Как насчет вспышки? А как насчет, блядь, цвета приближенного кожи? Это что за... Егор, Егор, они меня сводят с ума. Как насчет паранормальных способностей? У тебя осталось батарейка? А, да? У меня, чтобы вот такая херня была, у меня должен быть крой, как у Димы Медузы футболка. Вот это я дам. Вот это да. Это крой Медузы. Смотри, чувак, я их убеждаю, что это какой-то артефакт или что-то. То, что у меня сплошной рукав. Там не может быть вот такой дрени. Не, у тебя слишком широкий рукав, и это видно, как бы часть тела вот так. Ну, Андрюх. Неправильно это часть тела. Ребят, давайте, короче, я больше не могу так вот просто стоять. Давайте толкать поезд. Ну, поехали. Дим, помоги. Сейчас обрушит, короче. Не порви вагон. Сегодня то самое утро, когда вчера было очень хорошо, а сегодня лень ехать на саундчек. Прости, Екатеринбург. Короче, следующее. Мы приехали вчера в ЕКБ, классно тусанули у моего друга, а теперь смотрите, куда кто это приехал с нами в Челябинск. Шань, Маша. Чем? У меня руки заняты. Дмитрий Адский, гитарист Теплов.